Что это так? Что это такое? Уже давно запись пошла. Ты видела это? Да. Всем привет, с вами Джека Плей и всегда Элька. Всем привет. И мы продолжаем Sims 4, семья летсплейщиков. И вы скажете, почему такая Эля? Какая-то странная, у нее поза, руки в одну сторону, долгий взгляд в другую сторону, улыбка до ушей. Она просто встала с хорошим настроением, хотя она лежебока. Но она встала раньше всех, даже раньше меня. И, как вы видите, она заправила постель. Вот. Что очень странно для меня. Ну, давайте продолжим. Так что, вот так, тап. Все, плей. О! Ой, и чему так обрадовалась? Эля. Я? Да, чему так обрадовалась? В 10 утра как можно обрадоваться вообще? Ну ты обрадовалась, ты что, не видела, что ли? Ну я видела. А, я же не работаю, вот поэтому я обрадовалась. Ну, понятно. Я только заработаю деньги. Ну вот. Как всегда. Зарабатывай. А, отправь меня полить растение, а то оно там завяло. Ты хочешь полить мои растения? Нет, не твои, а мое. Вот это. Ну ты тогда покушаешь тогда, хорошо? И потом польешь. А я тогда своими поухаживаю так. Кто-то не почистил унитаз. Кто его загрязнил, тот и чистит. Так что давай сам чисти. А почему только я загрязняю? А потому что я ломаю. А-а-а. Конечно, у тебя бампер, как сядешь, так все сломаешь. Да-да-да. Ну, а, он есть хочет, он не хочет чистить сейчас. У него никого нет настроения. Что он там хочет сделать, поговорить со мной, что ли? Да, у него общения не хватает. Персонаж — социальные существа, и им необходимо общаться с другими персонажами. Просите в гости друга, поговорите с кем-нибудь по телефону или на компьютере. Или просто остановите проходящего мимо Сима или, ну, или соседа. Да. Все, на работу пойдешь, а я буду отдыхать. Она типа так сказала. Я вообще про зубы что-то говорила, ну ладно. Ну ладно. Че ты на меня орешь там? Вообще охренел. Сколько можно без работы сидеть, а? Ну, он станешь как тухлый банан скоро. Да. И будешь непостоянной, такой... будешь зарабатывать на трассе. И да, он и никакой любви у тебя не будет, и никакой свадьбы, поняла? Что же я отвечу? Она такая, ладно, будем ездить. Нет, у тебя плюсики были. Да, ты прав, надо заняться собой. Такая угрюмая. Нет никакого настроения идти на работу. Иди спать. Ты лежебока, ты любишь поспать. Сколько можно спать? Эля, я вон я люблю спорт. Займусь. Женя, иди на работу. Я пойду... Нет, я... Космос? Или я пойду чем-нибудь этим сверхъестественным заниматься? О, ты поговорила. Ты поговорила. Ну да, я поговорил с тобой. Ладно, все, нас немного упороло. Да ну. Короче. Пусть. Ты доешь? Паю, поливать меня отправляй, поливать. Ну все, харе. Я помою тарелки, иди поливать-то. Так пойди пока, прими тогда хотя бы душ, или ты не хочешь? Да, тебе нужно душ принять, иди прими душ. Типа этот самый. Посмотри. С комфортом. Не, я понимаю, ты хоть этот самый, как его? Ай, ладно, похер. И поливать. Все. Забыла слово. Правильно, правильно делаешь. Как он близко подходит к кровати. Ой, к столу. Прям вообще. У тебя и на кровати тарелка стоят. А теперь у него, смотри, глубокую моет за место таких порционных тарелок. Что ты еще нашел? Типа это в раковине уже стояло. Сразу. Только не говори сейчас. Я так и знал, что он сейчас бросит мусор. Пропали. Пропали растения. Сейчас пропалю. Так, выбросить. Так, полоть. А, кстати, можешь еще удобрить рыбой. Да? Да. А у меня рыбы нет, у меня только шпинат. Ну, шпинат. Шпинат.
и способствовать росту. Так. У нас есть магнитофон дома? Да, конечно. Включи вот музычку. Включить. Поп. Я стою, смотрю, как ты там трудишься. Ну а что тебе еще делать? Так, изменить громкость. Громко. Громко, да. Нет. Слушать. Вау. Столько много теперь? Нет, там один, а слушать вместе. Да, я так понял. Так, танцевать вместе. Следующая песня. Пусть это будет. Так, давай ты это соберешь. Ты вау, таз так и не почистил. Красиво. Ого. Нифига себе. Красиво, да? Угу. Вообще прикольно сделано. Ты что будешь делать? Может, ты пособираешь всякие штучки в лесу? А ты полил растения? Ну, ты их полила. Это самое, ну, которое вот это, да? Вот это полил, да. Ну, еще тогда. Смотри, видишь? Так. Потом копаешь вот это. Все, ты сел на унитаз, ты моешь. О, пипец вообще, я тебе это еще да! сказала. Я утром еще тебе сказала это. Все, я сказал. Нет. Будешь ты мыть унитаз. Нет. Да. А ты как думала? Кто поссал, тот и моет. Вот ты поссал, ты и мой. Все. Нет, тот, кто последний сел, тот и моет, все. Я ж не сажусь на грязный унитаз. Конечно. Хотя сел. Вот именно. Ну, это ничего не значит. Да. Один раз можно. Грибочки соберем. Вот ты сейчас под грибочками, походу. Уже. Конечно. Тихо, что это? Это типа плоские гамбургеры. Гамбургеры. А, вот это мы не собрали. Вот это тоже копать. Кстати, здесь ищут цветочки. А вот тут, вот именно вот за этим домом, тут столько всего. Посмотри. Пипец, сколько много всего. У нее плохо посмотрела, ну ладно. А-ха-ха! Меня вынудили! Кто тебя вынудил? Сама вынудила ты себя. Меня я заставил. Сфотографирую. Ты незаметно от меня сделал это. Это будет стоп-кадр, все, на моей серии. Чтобы было всем интересно посмотреть. Так. А мы это не собрали, по-моему, этот гриб. Да, мы не собрали. Давай возьмем его. Мы заставили! Заставили, сама себя заставила. Я на такое никогда не соглашусь. Я не знаю, что я буду делать, когда вырасту, но я не хочу. Драть унитазы, да? Угу. Это будет делать туалетный утенок, не я. Ой, мне надо на работу что-то уже. Так, подожди. Давай сейчас быстро перекину вещи, которые очень дорого стоят тебе. Конечно. Чтобы их продать. А да. Чё это такое вон голубое такое? Это камень. Хили. Хили! Это к Доте надо. Это к Доте. И к Лолу тоже. Там, ну это хилий, а не хиль. Ну хили меня. Ну, в принципе, тоже логично. Это как езди, только хилий, понимаешь? Езди. Так, все. Сколько стоит это все? Не продавай, чинить будешь, улучшать нам. Сантехником. Все, иди на работу. То есть я иду на работу. А ты... Ты что, не помылась? А, отвратная сантехника. Какая гадость. Водопровод засорился, и его просто необходимо почистить. Вот ты это должен был делать, а не я. А, все, я убежал на работу. Ну что, пойдешь? Будем собирать здесь с тобой? Да, давай собирать, и потом я пойду отправить... А потом я опять пойду на поиски. Своей второй половинки. Ах. Надо еще бассейн построить. Кстати, да, нам девочка... Я тебе, по-моему, в скайпе написал мне этот в сообщении личный, чтоб я выполнил ее одну просьбу. Прочитай, пожалуйста. Я хочу тебе предложить, чтобы ты сделал себе на заднем дворе небольшой бассейн. Мне кажется, будет круто. Я надеюсь, ты оценишь мою идею и подумаешь над ней. Заранее спасибо, с нетерпением жду новой серии. Лейла Алиева. А, твое сообщение будет высвечено, так что ты его увидишь. Спасибо тебе большое. Мы, конечно, сейчас, как ты, наверное, смотришь эту серию, и ты видишь то, что мы сейчас зарабатываем деньги тем способом, то, что ходим, собираем всякую хрень.
чтобы построить бассейн. Знаешь, это тут может сработать мой способ этой черной вдовы. Короче, женимся, отбираем деньги и убиваем. Не, мы не такие. Можно просто даже принять в семью, не надо просто даже жениться. А я за, давай их топить. Смотри, покрепить жвачное растение. Давай закрепим. Давай, давай. Хотя сколько тут дают? Камень персикового цвета, что? Вау, покажи его. Давай посмотрим. Ух ты. Он красный какой-то, а не персиковый. Ну это переспелый персик. Еще лягушку вон возьми. Вау, сколько там охренеть всего. Социалит. Вон, видишь, там еще какие-то три камня. Где? Да вон. А, ого, я даже их не заметил, если честно. Я же говорю, ты за этим домом очень много тут всего. Вот за этими там тремя домами. Ну как эти, вот эти взяли пешеходные дорожки, они так красиво их сделали, блин. А нахера они вообще, если тут мост есть? Как они держатся, если они, не знаю... Они вон, видишь, в полу? Ну как бы типа это всё, фундамент. Вижу, вижу, да, все. Я думала, они ниточкой скреплены. Ниточка. Ну как обычно все крепится, ну понимаешь, без еды. Блин, что-то я немного, я думала, это уже полицейский. Думаю, что? Еще дополнения нет. Но она уже есть. Она уже есть. Кстати, на этой неделе выходят подвалы. Это очень круто. Так что мы сможем уже построить подвальчик. Скорее всего. Кстати, завтра. Мы сможем построить подвал и поставить туда пианино. 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 Как ты думаешь, классно будет? В подвале думаю, играть? Да. Зато там стены, ничего не слышно. Круто же. То есть ты не будешь никому нервы трепать. От вообще. У меня уже, между прочим, какой там... Смотри, какая походка. Пацан уже знает вкус жизни. Вкусил эту жизнь. Суровую. Ладно, давайте возвращаемся. Я вроде бы хотела идти куда-то. Сейчас пойдёшь. Только продадим все необходимое. Летящей походкой она вышла из мая. Она даже до перехода не дошла. Вот. Я так никогда не делаю. Ленивая. Я всегда до перехода дохожу. Меня чуть машина сегодня не сбила. О! Это же Джей, бери его. Какой Джей? Хантингтон, третий. Оу, позвать. Он неплохо так выглядит, он, между прочим, еще и спортсмен, у него есть... О, Мари бежит! У него есть навык обмена веществ, между прочим. Мне просто интересно, как она его позвала? Эй, ты иди сюда! Даже его имя не знает. Как представимся? Ну, дружески. Ну, мало ли, может, ты грубо хочешь? Наташа бы грубо. Сразу бы. Я же хочу тебе половинку найти, а не так, врага. Типа, здорово! Вот это грубо. Приятный разговор. Джейк скучает. Вы его развеселим. Развекили. Развлек... Дружеский... Нет, веселое действие. Что расскажем? Они будут пропалить? Это, короче, давай дружелюбные действия с ним делай. Чимирейджа бин слофиш. Нашкл кенефе. Джабин. Извивается. Лабарани баю. Хандолзер пау. Бейнер джирбау. Короче, ты его так и не развеселил. Он такой скучающий, блин, почему? О, еще одна прибежала. Слушай, на Настю немного чем-то смахивает. Чем? Не знаю. Давай расскажем какую-то забавную историю. Давай быстрее. Там вообще Пушкин только что шел. Возбуждена. Пушкин? Какой Пушкин? Еще. Дальше. Ну, давай, вот. С бакенбардами. А, похож немного, да. Что-то есть. Он ушел. Ну ладно, ты хоть его знаешь. То ты сможешь с ним пообщаться. Давай сейчас что-нибудь продадим. Ты сначала достань, потом продай. Да, я так тоже думаю. Так, открыть. Такой компьютер. Давай, продавай.
25, ладно, фиг с ним. Продадим. О, еще один. 15. У-у-у, могли больше можно работать. 25. Да бы без, лучше бы мы так продали. О, кретий. Кретиний. О боже. Продадим, ладно. Прям чей-то камень. Вот чей-то вот камень, а? Ой, он ничего не стоит, так что можно оставить. Он такой красивый, тебя поставим. Че за фигнюлька? Больше его сделай. Сейчас сделаем. Так. Ну, вроде бы лягушек скрещивали. О, все отлично. Вообще офигенно. Необычный. Один аж скрещенный, вот они. Давай продадим ее. Это не скрещенная. Давай скрестим леопардовую и какую-нибудь еще дорогую такую. И ту, которую мы скрестили. Так, значит, лягушек? Леопардовую. Леопардовую. Сейчас. Леопардовую, где она? Вон. Да. Я не вижу. Вот последняя. Давай ее. Но ведь лягушки получился. Леопардовая лягушка дважды. Нет, а вон, может, вон там он, не знаю. Необычный. Ну ладно. Тогда продавай леопардовых, необычных, всех продавай. 200. 160. Ого. Уже 200, офигеть. И тут тоже продадим за 100. Этих оставим, мы их еще размножим. Размножать будем, короче. Угу. Это тоже подойдет. А что за розы? Они нам все равно не нужны. А что это? А мы их собирали. Прикольно. О, у нас, мне кажется, хватит нам на бассейн. Угу, на 4 этих. В лучшем случае. Ну, я думаю, на этом мы закончим нашу серию. Я не хочу затягивать серию. Давай построим бассейн. Мы построим бассейн, только на записи вы это увидите после того, как мы попрощаемся. Так что, если вам понравилась серия, то не забудьте поставить палец вверх, подписаться на наши каналы. Ссылки в описании. Подписывайтесь на Элькин канал, на мой канал. Ну все, короче. Или о чем молчишь? Да, ну все, короче. Всем пока. Спасибо, что смотрели. Увидимся в следующей серии. Все, пока. Пока. Че, серьезно? Ты дебил, блин, Женя. Что мне сейчас сказал? Ну, блин, мы сейчас вернемся. Короче, мы вернулись. Вот на наше растение, все-таки все нормально. Так, сажаем его.